Общегородской выпускной прошел в Ялуторовске. Правда, станцевать традиционный прощальный вальс у фонтана помешала погода. Так что мероприятие перенесли в зал. В этом году 11 классы окончили 220 человек. Во Дворце культуры чествовали обладателей медалей за особые успехи в учебе. Таких 16 выпускников. И еще 63 отмечены благодарностями за достижения в науке, общественной деятельности, творчестве и спорте. Наверное, я буду вспоминать вообще всех, и учителей, и своих одноклассников. Особенно, наверное, я буду вспоминать своего классного руководителя, потому что с ним проводила больше всего времени.